прошлый раз я не показывала это, но в этом отеле есть процедуры платные по восстановлению здоровья. Вот всякие тут приборы. Вот. Делают обертывание. Ну, тут кое-где закрыто. Вот. Если кто-то хочет подлечить свое здоровье. Всем привет! Бонасера, кари амичи! Идем на первый наш ужин. Небольшой зал отдыха, телевизор, книги. Можно почитать. Картины. Отец отсвечивает. Плохо снимать. Так, немножко декорации. Так, что я взяла из закусок? Ну, как обычно, овощи. Взяла сфаршированное яйцо. Половинку попробовать, что там внутри, не знаю. И вот такой салатик с кальмарами, с овощами. Вот такие закуски. Принесли первое горячее. Муж подумал, что-то муж сегодня мой совсем запутался в итальянских блюдах. Днем мясо с рыбой перепутал, а теперь пасту с кальмарами. Ну, в принципе, кальмары там есть, добавлены. И так, но это не коцы, как сказать, не мидии, это ракушки. Из ракушек сердцевина. Вот. И с помидорками черри. Сейчас попробуем. Buon appetito, amore. Che buona. Что-то нам такое интересное принесли. Шашлык на каком-то цветке запеченном в духовке. Это вообще муж заказывал. А тут картошка с мясом. Сейчас будем пробовать вдвоем оба блюда. Артишоки. Так. Момент, аморе. Так, вот нам принесли такое сладкое, уже просто мороженое, ванильное и шоколадное у меня. Мороженое, украшенное цукатами, а внизу кусочек ананаса. Видно там кому-то, нет? Ну вот, и сливки взбитые. Си, пана. А где чего, и провары? Прови.
Борьба на время. А, пройди. Пробуем. Вот это да. Вроде дождя не было по прогнозу. Промочил немножко дорогу. Он вообще парит. Тепло. Так, что у нас там продают? Интересно. Для дома приспособление. Утварь всякая кухонная. Ну, так ничего интересного. Зеркало. Так. Наш отель. Снова показываю. Ну что, прогулка наша отменяется. Куда ходить по дождю? Завтра, наверное, солнышко точно будет. Так что завтра, наверное, прогуляемся.